Ремонт входных групп Красного моста начнется в Вологде в ближайшие дни. Аукцион выиграла компания «Новый дом». Сейчас подрядчик оценивает объемы работ, заказывает материалы. По контракту необходимо укрепить стены входных групп, площадку под мостом, забетонировать новые ступеньки, установить перила, провести частичное берегоукрепление у откосов. На эти цели направят 17,6 миллионов рублей. Речь идет именно о работах на входных группах, а не ремонте непосредственно самой переправы. Общестроительная работа, то есть работа с фундаментом, с лестничными пролетами, то есть сварка металлоконструкции, это обычная работа, которая выполняется на любом строительном объекте. И они не требуют какого-то специфического опыта, который связан с возведением или ремонтом, либо реконструкцией мостовых сооружений. То есть мостовое сооружение непосредственно не будет затронуто. У подрядчика опыт по строительству нескольких социальных и спортивных объектов в Вологодской области уже есть. Первые начнут ремонтировать входную группу со стороны улицы Добролюбова. Работать планируют ежедневно, чтобы уложиться в сроки. Завершить работы необходимо к 1 сентября. Это поручение мэра Вологды Сергея Воропанова. Работы по контракту должны быть выполнены не позднее 27 августа. Контрактом, как и во всех случаях, предусмотрена штрафная санкция за каждый день просрочки. То есть, если подрядчик не будет успевать, значит, естественно, будет начисляться штрафная санкция. Качество и сроки будут контролировать специалисты Департамента городского хозяйства, а также градостроительного центра. Напомним, средства на ремонт входных групп Красного моста были выделены из городского бюджета. В начале мая произошло обрушение одной из плит моста со стороны улицы Добролюбова. Текущий ремонт основной части пешеходной переправы запланирован на 2019 год. Мария Кудрякова, Михаил Протасов, Вологда РФ.